я тут стрим решил запустить, а люди говорят: Виви, там ролик вышел. Короче, надо ролик смотреть. Ксанта, The Pride of Nazumach. Nazumach. Как русская версия? Надо обязательно русскую версию тоже смотреть, потому что, кто не в курсе, чемпион является представителем ЛГБТ-сообщества. И... Да-да-да, они слово Pride заменили на гордость. Понимаю, понимаю. И, соответственно, в РУ-сегменте, чтобы Лигу Легенд не забанили перманентно, и у вас не было возможности в итоге потом вообще поиграть, а такое может сделать российское правительство, такое может сделать и китайское правительство. Кстати говоря, мне интересно посмотреть, как в китайской версии это все, потому что в Китае тоже запрещено, ребят, в массовой культуре. Массово имеется в виду, как раз Лига Легенд подходит, 12+, они везде это пишут, это массовая культура. Запрещено распространение ЛГБТ плюс любых вообще намеков. А, так что в русской версии у нас друг, было сказано, лучник-друг в ролике анимационном, который они выложили, можете его посмотреть, тоже реакция есть. А в английской версии это сказано lovers, что переводится как любовник, прям в открытую переводится как любовник, либо любимый, ну тут в зависимости от этого. Мне интересно, как в китайской версии, потому что я китайский не знаю, поэтому не могу сказать. В общем, здесь они перевели как «Гордость Назумы», а в английской версии перевели как «The Pride of Nazuma». Ну, в некотором роде схоже, просто всем и так понятно, что означает «Pride» в нынешнее время. «The Pride of Nazuma» — это племя Назумы. Но здесь контекст этого слова совершенно другой. Это как представитель Прайда Назумы. Ну, вы поняли. Ладно. Короче, давайте смотреть на английской версии сначала ролик, потом посмотрим на русской, если есть какие-то здесь слова вообще. Воу, что-то громко. Ага. This is my fight. I will wait for you to be better. You are done. Now it ends. Погодите, Райты настолько обленились, я просто не могу, как обычно, досмотреть до конца, потому что Райты настолько обленились, что они нам решили выложить геймплей, не делая его 3D-шным. Ну, кто не в курсе, они обычно делают такие же ролики, но 3D-шные. Ну, примерно на движке игры, там Зоя бегает, кидает заклинания из темноты, что ни хрена не понятно, что происходит. Здесь они прям, ну, сейчас будем, видимо, по навыкам бегать. О, Назума! Горн плюс Фиора. Есть даш, есть откидывание, есть какой-то рывок назад. И есть щиток в стиле Релла. Но рывков много. Я, честно, думал, у этого чемпиона не будет рывков вообще, но они имеются, их реально очень много. Подождите, он утащил персонажа под вышку? И этой штукой он может доджить CC-эффекты. Сейчас будет все по порядку. Надо смотреть. Those who wish me dead, keep wishing. У него оружие меняется. Да, что-то там есть такое. Не имеет значения, в какой версии смотреть. Давайте в русской просто послушаем, что там за озвучка дополнительно. 12+, висит значок. Короче, что мы имеем с вами? Что мы имеем с вами? Ага. То есть, его ешка позволяет ему поставить щит. Он ее только что прожал, 3 секунды висит щит. И сейчас он зажимает кушку. Эта штука — это кушка, это однозначно, мы с вами видим. Кушка отталкивает. После этого кушку можно еще раз нажать. Возможно, потому что оружие у него поменялось. Я так понимаю, ешка — это смена его сустейна, ну типа этого состояния, в котором он будет. Еще одна кушка — это был просто удар по земле, не отталкивающая. Может быть, просто ее два раза можно кастануть. И сейчас он ешку нажал и просто получил щит. И да, это кушка по земле, удары. Тебе не выжить. Просто удары по земле. Вот и... А ешка — это рывок. Погодите, а как так получается, что ешка — это и рывок, и щит? Все.
В общем, здесь он победил персонажа, используя EQ, EQ, W вообще не использовал. Или он в какой-то момент использовал W, ну, когда вернемся назад. 23 секунды. Так, значит, он в какой-то момент использовал W. Вот сейчас он включил что-то. И это что-то закончилось. Так, это было W. Щит вот этот, это было W. Все понятно. Значит, сустейны вот эти он меняет именно через W. И он оттолкнул при помощи кушки, пока его W была еще активна. Как только он W потерял, он может только делать рывки и бить. Бьет он обычным ударом. Типа по земле кидает заклинание типа Сайлоса. А Ешка это рывок типа Фиоры. Видите, вот он рывок сделал. Когда он делает рывок, он получает щит. Вне зависимости, видимо, от того, попал во врага или не попал. Сейчас он сделает еще раз рывок. Через 5 секунд, увидите, у него опять щит появится. Он ее бьет, бьет, бьет. Рывок, щит получил. Но он, кстати, оба раза рывки делал против нее. Возможно, надо рывок делать в другую сторону от чемпиона. Что-то в этом роде. Давайте в следующем ролике. Все заклинания есть, у него есть ульта, есть W. Он нажимает Ешку с кушкой. Кушка простая. Теперь он что-то нажимает. И... А, это и есть W. Это и есть W. Щит, который он ставит и прикрывает себя, это браумовский щит. И сразу же рывок вперед, типа Вая. Ну, либо типа... Скорее Орна, да? Скорее как у Орна. Дал подкидывание. И потом дал ульту, и эта ульта стягивает всех врагов за тобой. Возможно, эти враги должны обязательно быть застанены перед этим. Потому что он несколько раз покажет, как он их это перетягивал только застаненных. Перетащил с собой врага. У щита, у его ульты есть второй каст. И во время этого каста второго он, наверное, что-то получает. Что получает, хрен поймешь. Нарисована пассивка, что он что-то начал получать. Что непонятно. Ну вот он. Это обычная кушка, ребят. Кушка всегда одна и та же, понятно. Это его была Ешка с доджем Джарвана врыва. И это его W, который дает ему серый щит и при этом позволяет делать рывок. После чего он флешается за спину, чтобы ультой оппонентов перетащить туда. Но возможно, нужно обязательно, чтобы они стояли в стане. Возможно. И у него опять W откатилось. Подождите, а что она так быстро откатилась? Непонятно, почему она так быстро откатилась, но ладно. Ульта еще хп жрет, судя по всему. Да, у него теряется часть здоровья. Во что-то непонятное превращается. Здесь он вообще через стену перетащил игрока. И есть какая-то пассивка у него. Через W он задоджил заклинание, тот умер от вышки. Обычная кошка. W. Ешка, чтобы за рывок был. У него два рывка. Один рывок на очень долгой W, который дает тебе иммунитет к любому ЦЦ эффекту. И Ешка, которая дает щиток просто за рывок. И ульта, которая перетягивает врага, это тоже рывок. То есть у этого чемпиона три рывка, ребят. Три рывка. Мы не знаем, что за пассивка здесь нигде не написано. Три рывка. Я не сдался в битве со Змеей-Львом. Не сдамся и сейчас. Со Змеей-Львом. Ну, выглядит как дико простой чемпион. То есть, много дэши, это, конечно, кто-то скажет, что тяжело, много дэши, но фактически очень просто все. Кушка — это просто фарм заклинания с дополнительным уроном, с очень низким откатом, видимо, потому что автоатаки у него очень медленные, и сам урон с автоатак довольно низкий. Ну, так как он все же брузер слэш-танк. Это у нас стан, это у нас перетягивание врага с конокапом. И сейчас он даст еще один стан. Единственное, непонятно, что второй каст ульты дает. Что она дает, непонятно. Давай сразимся! Вон рывок, подкидывание, флеш, еще одна ульта. Не очень, кстати, удачно. Вообще никого не притянул. Зачем нам этот хайлайт показывает? Но почему-то у него W снова откатилось. Кстати, когда она откатилась? После того, как он ульту дал? Ну-ка. Давай сразимся! Сейчас он нажмет W. 17 секунд. После ульты откатывается W снова. Непонятно почему, но ладно. Комбинация, да, мне кажется, что ничего кроме ульты сверхъестественного у чемпиона нет. Все заклинания мы эти уже видели. Это что-то по типу комбинации Поппи, Орна, Вай, Браума. Вот 4 чемпиона.
У каждого из них позабирали какую-то маленькую вещь или полувещь, и в итоге получилась вот такая вот интересная схема. Ульта меняет оружие. Может быть, может быть. Да, не в лезвие превратились. Потому что под ультой у него больше урона становится. У Дира? Ну, у Дира в меньшей степени, не знаю. Где ты тут у Дира видишь? Почему он какую-то часть ХП у себя отнимает и появляется вот эта вот полоска, которая не позволяет ему заходить? А, возможно, это он отнимает себе часть ХП, и выше этого ХП он не может получать щитки или лайфстил или еще что-то. Возможно, из-за этого. Не выжить. Ну, откровенно говоря, если мы забудем, знаете, про предубеждение типа ЛГБТ плюс чемпион, бла-бла-бла, если мы про это забудем, то нормально, мне нравится, мне нравится. Мне и Браун понравился, когда вышел в свое время, тоже на него мы ролик такой делали. И Орн мне очень понравился, когда вышел. Мне вообще нравятся все чемпионы с ТЦ-эффектами, если они могут делать комбинации. Мне не нравятся чемпионы, у которых комбинации нет в ТЦ-эффектах, которые зависят от кого-то еще. То есть поэтому мне Лиза нравится, потому что вся ее комбинация и строится на том, что ты попал станом, ворвался противнику, укусил, подпрыгнул, вернулся назад. И это все делается очень быстро, за полсекунды. И здесь вот примерно такая же схема. Тебе надо просто держать соперника в ЦЦ-эффектах вот очень долго. Я не фанат чемпионов типа Триндамира, который просто в тебя делает крутилку и дает автоатаки и надеется, что у него прокнет крит. Очень интересная игра. А мне нравится оружие, но как-то не по мне. Ну да. Риот играет в Warcraft, рандомайзер скиллов. Да-да-да. Не, ну смотрите, кушка это даже Сайлоса кушка. Либо Поппи. Не, ну это все же Поппи. Нет, это все же Поппи. Больше Поппи. Сайлоса там двойной взрыв, замедление. Здесь нет никакого замедления. Это Поппи. Плюс она накидывает какую-то херню, видите? Какой-то ромбик появляется на противнике. Потом он делает врыв, нанося урон очень маленький, 68-26. После стана дает автоатаку, которая добавляет урон 52-28. Я так понимаю, это добавлен урон, потому что он херню эту сбил, ромбик сбил. Скорее всего, так оно и есть. То есть он сбил ромбик с противника. После чего он дал ульту и потерял 2/3 своего... Ну ладно, не 2/3. Ну, короче, 1/3 точно своего здоровья. Мне кажется, даже больше 40% своего здоровья потерял. И оно поставилось как закрытая тема, видите? Нельзя, типа, дальше этого числа подняться. Что немножко странно. Ну вот, у него было 3000 здоровья, осталось 1600. При этом до этого он потерял где-то 200 хп всего лишь. То есть потерял 1200 здоровья, примерно так он. 1200 здоровья потерял, и он не может выше этого числа подняться теперь, что бы он ни делал. Опять дает кушку. Ешка, которая рывки. У многих чемпионов такие мелкие рывки есть, но здесь со щитком. Давай сразимся! Не, мне нравится, мне нравится. Я видел, ну просто уже, что много людей возненавидели чемпиона еще до того, как он вышел ввиду, ну, типичного позиционирования чемпиона. Но я напомню вам, что официально Riot и Нику тоже позиционируют как ЛГБТ плюс персонажа. И Варус они целый ролик сделали, даже там чуть ли не с поцелуем двух мужчин перед тем, как Даркин их победил, почти победил. К чему я это веду? К тому, что за Варуса же и за Нику вы играете, никаких проблем. И не забывайте, что в ру-сегменте, даже если будут какие-то события на эту тему, вы этого не увидите. В ру-сегменте очень хорошо будет пропускать мимо. Как и в Китае вы этого не увидите. Как, наверное, в Японии и в Корее. И во многих азиатских странах, где ЛГБТ+, как бы все знают, что существует, но просто знают. А целый месяц им не выделяют, так сказать, на празднование их любимых праздников. Даркин их не победил, а поглотил. Но он попытался поглотить, до сих пор так и не поглотил. Но слишком много рывков? Ну, не знаю. Мне кажется, количество рывков вполне нормальное у него. Да, для танка это что-то оригинальное, что-то новое. Потому что танки обычно... Мне что не понравилось, то что он Фиору победил 1-1 под вышкой. И что там Фиора? 4-2, 3 предмета. У него 3 предмета... Тоже. Вот это мне не нравится. То есть Фиора с тремя предметами проиграл ему с тремя предметами. Это мне не нравится. Ну, кто-то скажет, что она умерла из-за вышки, но хорошо, умерла из-за вышки. Но, блин, все равно. То есть, просто по мне, танки не должны побеждать Камилу, не должны побеждать Сета, не должны побеждать Фиору.
Танки должны побеждать Ирелию, должны побеждать Олафа на топе, должны побеждать там, ну, кто понимает, кто понял, о чем я говорю, сейчас кто не понял, сейчас объясню. Есть чемпионы, которые позиционируют себя как убийцы танков. И вот они должны танка побеждать. Есть чемпионы, которые позиционируют себя как убийцы чемпионов, которые убивают танков. Это как раз таки есть Триндамир, побеждающий Камилу. А здесь получается, вот это, в этом камень-ножницы-бумага, он является камнем, который побеждает почему-то оба вида этих чемпионов. Потому что я не вижу, как Триндамиру его победить. Ну, то есть, при каких обстоятельствах Триндамир его победит? Или Ирелия? Да ни при каких. Ну, такое. На данный момент я поставил ему 8 баллов из 10 за геймплей. За позиционирование Riot Games и за Cinematic можно 2 балла спокойно сразу сбрасывать. Но опять же, нас интересует чемпион и именно Лига Легенд. И как он будет потом влетать в геймплей весь составляющий. На данный момент выглядит как очень дисбалансно будет влетать. И если честно, я пока не вижу, чтобы он был топ-лейнером-танком. Зачем ему быть топ-лейнером-танком, когда с такими показателями он может быть лесником? Спросите себя сами. То есть у него 3 рывка, ЦЦ-эффекты, для ганга все имеется. И Райт еще ослабляет лес для того, чтобы любой мог фармиться. Пока выглядит как крайне сильный лесник, которого обязательно мы попробуем, как только он выйдет. Даже, возможно, в ранке успеем еще поиграть у него. Если он успеет по датам попасть в ранке, ребят, то обещаю сыграть за него игр 10 минимум, а возможно и гораздо больше. Ну, я надеюсь, что в лесу он сможет играться. Ну, вроде по показателям выглядит, как может играться. Особенно в новом лесу. Бдж. Ладно, все. Ставим лайки, подписываемся на канал, чтобы ничего не пропустить. Гордость как там? На зумы. А что они здесь пробел не поставили? Нюпцы, что ли? Гордость на зумы. Ксонте! Такой у нас новый персонаж.